Святой Ипатий подвязался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. Жил он по заповедям и примеру великих отцов-подвижников, соблюдал суровое постничество и пребывал в постоянном молитвенном бдении. Всеми ночами он стоял на молитве, спал совсем мало и питался лишь хлебом и водой. Братья с большим уважением чтили преподобного Ипатия, ибо многих он своим примером сподобил на славные иноческие подвиги. Но святой подобной славы сторонился и всецело посвятил себя великому благому делу – служению больным. Лечил, выхаживал, наставлял и укреплял. За такой самоотверженный подвиг преподобный Ипатий получил от Господа благодатный дар чудесных исцелений. Сколько людей его молитвами и трудами смогли прожить жизнь долгую и праведную. Представился преподобный Ипатий по старости, и ныне нетленные мощи его почивают в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Что 500 лет назад, что в наше время, тысячи людей, больных различными недугами, прибегают к его молитвенному заступничеству, и святой многим являет свою милость. Тринадцатое апреля. День памяти преподобного Ипатия, целебника Печерского.